Ах, капец, я со вчерашнего дня сижу, потею, с ума схожу. Что там у тебя? Не ковид, надеюсь, так? Да не, безумный монтаж просто вчера был, сегодня безумный. А оказалось, что у меня второй этот чувак, который, он уехал на неделю. А-а-а. Я об этом даже не знал. А что это они тебя не предупредили? Ну, не всегда бывает. И мне сегодня пишут, уже три чувака пишут, а ты нам там смонтируешь, а ты смонтируешь. Я такой, подожди, что случилось? Что за наплыв? Они такие, ну типа, Макс уехал на неделю. Я такой, да? Мы, ну ладно. По работе все. Так, я если что снимаю, так что. Да, снимай. Нашу любимую легенду с мигающими лампочками. Да. Купил видак сдвоенный, DVD плюс VHS. Проверить никак не получается. Она говорит, кассету вытащила, тут лампочки мигают, все. Саму кассету не отдала, кстати. Не, видимо, какие-то домашние праздники. Домашний праздник по это проверке. Ага. Ну, давайте откроем. У меня был один Philips, но он был, блин, капец. У него там уже, он был уставший, хай-фай у него не работал. Бошки там были заезжены до одури. Я помню, что там картинка прям... Сейчас как по закону подлости у меня такой же будет, да? Ну, тот у меня был не двойник, тот был одинарник. Довольно такая дорогая моделька была, я смотрел по тем временам. Но его реально там изюзали весь. Там сколько здесь болтов-то, а? Много. Обычно в этих шарпах там два болта сзади открутил, все. А еще у того Филипса все было вот этими звездочками. То есть не крестовая отвертка была, не плоская, именно звездочки были. Жесть. Это тот день, когда я осознал, что у меня такой отвертки нет. Пришлось искать. Я себе набор купил. И доволен. Там все есть, даже, знаете, на жесткие диски тоже там. Там какие-то особые восьмиугольные звездочки, по-моему. А, ну знаю. На хардах есть. Ну что, давайте посмотрим. Что, давайте вскрытие произведем, доктор. Так. Ага, механика от лыжи. От лжи херовая, да? Да, ну не особо. Но сдуться может быстро. Глязь? Не, вроде не дубовый. Я смотрю, что не дубовый был. Просто холодный, поэтому не поймешь сейчас. Механика от лыжи. Эти штуки вроде живые. Башка да вроде даже чистая. Не, ну, вроде мы можем протереть на всякий случай еще. У тебя же этот спирт есть? Да есть. Не, ну вроде он целый, вроде чистый. Если так, то это не так плохо. Обычно я открываю, там внутри тараканы, пыль. Только нет, там живность всякая. Да тут что, даже пыли особо не наблюдается. Ты говорил, вроде как чистый. Так, сейчас посмотрим. Что можно дополнительно выводить лишний раз? Ну типа звук идет и отсюда, и отсюда, и отсюда. Три выхода целых. Ничего себе. Зачем? Не понимаю, нафига, зачем DVD эксклюзив? Out? Это может для DVD кассеты разные. Написано DVD эксклюзив out. Но, типа, это только звук. Тут нет никакого видоса, никаких там, не знаю, этих RGB-х, ничего вот этого нет. Может, конечно, не в скарпе. У тебя DVD есть какой-нибудь? Что? DVD какой-нибудь есть? Да есть. Проверим и DVD, и кассету сейчас. Найдется. Сейчас не проверить. Господи, Антон, отстань от меня. Что ты от меня что, хочешь? Названивают тебе опять там? Да нет, ну видишь, пишут. Бесконечный поток. Работать заставляют. Уже поздний вечер, скажи, я уже дрыхаю. Да я до 5 утра порой работаю. Жесть. Так, это мы сейчас сделали замеры, чтобы этот знать, где что было. Как. На всякий случай, да. Чтобы оно просто было. Чтобы потом восстановить можно было параметры. Ну, Даркуша, я думаю, тебе этот контент будет интересен. Вот почему я на ВКонтакте сейчас почти не появляюсь. Потому что у меня разъезды. То по больничкам шастаю, то еще не, ну блин, листы с больничного я не буду показывать, там палево личных данных, потом покажу. Вроде чистенько. Так вот чем занят. Надеюсь, постримлю еще потом. Так, сейчас что-нибудь пихну, что-нибудь не нужно вытащить. Тух, он дрыгается, что-то первое включение. А, как будто синхрон у него слетает. А так и должно быть. Сомневаюсь. А в меню хоть залезть можно? Нет, не позволяет. Погоди, ну-ка, нажимай на какую-то кнопку, он вообще пульт мигает или нет?
Нет, ты включить-то нажал, а вот остальные, вот мигает, мигает, мигает. Да, значит работает. Так, о. DVD-меню. DVD, а это VHS-ное меню. Так. Меню как... здесь дисковое есть, а меню просто у видоката есть какое-нибудь? А, систем-меню. Да, это лыжа. Прям вообще. LG-шка, а почему Philips написано? Ну, потому что они просто потом, видимо, взяли... Клятые на юбщики. LG-шную систему. Так, вот как я должен что-то делать? Не представляю. Попробуй кассету включить, может он без кассеты так... Да, может быть. Вибурит. Может дрыгаться не так, я уже вот это устучал. Тут чуть-чуть жалко, а это не жалко. Лучше вытащить ее. Натяг вроде есть. Херовенький. О, без этого. Что же касается возраста и всего остального, если вроде неплохо работает. С уголовным кодексом, очевидно, какая-то... Натяг у него, конечно, так себе работает, он уже плавает лента. Где-то уже его поюзали. Так, что у нас здесь? Больше. Так, перемотка, понятно. Так, плей мне, пожалуйста. Так, конфанам своим скину фотку. Так, помните о средствах безопасности. Скучной вам ночи. Все понятно. Разговаривать он не умеет. Так, ну-ка. Система. Надо же, он секам умеет настоящий. Прикольно. То есть это уже не дношный видак. Не знал, что Philips умеет. Понятно. О, по издоху можно. Блин, можно отключить, да? Да, ОСДХ можно отключать уже, хорошо. Проект, да ё-моё. Ага. Типа чёткость. Ну, чёткость вырулить можно всю. По крайней мере, более-менее похоже на то, что можно. Так. Никам. Читайте в новом номере 7 дней. Последняя жертва чернокожей Белоснежки. Сенсационные вхождения на улице. Белоснежки, чё, блин? Жесть. Я надеюсь, на YouTube не забанят. Ну, типа, 3 дня контента. А, это НТВ? ТНТ обычно переживает. Там кто-то 3-секундный отрывок с ТНТ выложил. Канал чуть не заблочили. Хочешь на YouTube-то выложить? Да. Проверочку. Первый запуск. Для истории тогда уж запишем эту топовую рекламу. Ага. Где там плей? Своих лучших друзей. Голливудские страсти. Братья Болдуин поймали в свои сети золотую леди секса. Это не эта реклама. Дальше, сейчас. Вот. Вот эту белку я не помню. Это, наверное, уже новые записи, да? Ну, да, это были ближе к нулевым. Да, очень похоже на то. Вот она, это реклама топовая. Тоника всегда впереди. Однажды вы перестали терпеть просто. Однажды мы поняли, что коника говно. Иначе и запили от горя. Ага. Ностальгия, Sailor Moon. Только музыка какая-то незнакомая. Ну да. Это клип такой... какой-то? Нет, это с такой показывали. Что-то, по-моему, там что-то такое было. Что-то такое. Это было раньше. Раньше? Занимает не застал. Ну это Секам, это не пал. Не пал. А давай пал проверим. Ну что, хай-фай. Хай-фай ловит? Ну, вроде как словил, да. А как проверить, убийца? Ну я видел надпись там хай-фай стерео. Можно, конечно, ему еще какой-нибудь LP сожрать, интереса ради, как там стоит. А давай попробуем, если есть. Ну, я вижу, он идеально показывает, в том плане, что ну, да, кассету можно рискнуть, запихнуть. Единственное, да, что, ну, механика, смотри,
какие-нибудь там страшные кассеты не носил их в ушах. Да, да, я все их... ЕЦПхи там вот эти, которые не тянут и так далее, это лучше ничего не трогай. Так. Я на нем сначала все записи, которые это были, семейных видосов, их сначала перегоню на компик, а уже потом все остальное. Ну и лафлёровские кассеты, наверное, на нем смотреть буду. У него же нормальные кассеты, да, были? Да, всякие? У него нормальные были. Ну, отлично. TBC, конечно, тут не хватает. Странно, что они не встраивали их. С TBC было бы еще круче. TBC это что, напомню? Time-based corrector. Это чтобы минимум цветовой каши было и всего остального. Так, ну и что, будет он гонять? Тут LP. Пока моно. А что, шум? Это кассете так? Да. Ну LP. А, ну LP, хай-фай, да. Он найдет. Да мы услышим. О, хай-фай. Ну, то есть Витяк такой на среднем уровне, слушай, отличный на своем среднем уровне, правильно? У нас нормальный уровень, как бы скажем так, пойдет. Куда мы идем? Сколько раз говорить? 1 миллион. Без барахла. Так, ну-ка сейчас мотаем. О, дергаться перестал, сглазил. Нет. Ну, это, видимо, из-за этого. Какие-то особенности телевизора, правильно? Нет, это тюнер. Не к телевизору вообще никакого отношения. Так что нет, дергает это его. Тюнер выдает вообще все идентично тому, что так, вытаскивает. Странно, перематывает, до упора не мотает. Так. Вот здесь точно пал, да? Да, здесь точно пал. Сейчас его еще перемотаю. Смотрим, как он вообще перематывает. Рога не убирает, я смотрю. Не, не убирает. Вот то, что он ленту вот так вот, видишь, вот, как сказать, гнет при переключениях, это значит, что уже механика у него где-то поплыла маленько. Жесть. Ну, то есть, как бы, не сильно страшно, но сам факт, что... Так, что будет? Сейчас он... О, он, видишь, рога вот здесь расслабляет. И дальше сейчас разгоняться должен, по идее. Ну-ка. Да, угу. Как на шарпе прям было. Ну, да, на лыжах. Слегка расслабил и погнал. У меня вон лыжи стоят, у них такие же механики. Кстати, вот у X какой-то 578 лыжа, там как раз TBC есть, который умеет секапу классно убирать. Но мылит картинку, блин, зараза. Здесь получше с этим. Ну не так быстро, как шарп. Шарп там вообще там такое прям что. А, или что кассета мало ленты, может, из-за этого. Да и даже хорошо, наверное, что не так быстро. Чем медленнее, тем лучше лента укладывается, тем меньше ее там деформируют и так далее. Перемотал. Просто забавно, что он ее вот настолько сильно отматывает. То есть там прям, ну, секунд 5 теряется первых. Допустим. Здесь пал. Ох, фига, я там свернул аж. Трекинг. Ого. Да, и хай-фай нашелся сразу. Ну, а что бы он тут не определиться здесь? Должен был. Во-во-во, это что было сейчас?
Это уже что-то нехорошее. Что-то дернулось. Подожди. Мотает. Вот, я же говорю, механика тут уже поезженная. Так. Проигрывать будешь? Где-то что-то ему не нравилось. Может, пленка где-то покоцана? Нет, нет, тут пленка. Ух, как дергает-то, нихера себе. Так, стоять обратно. Пока не попнуло. Да, это лыжная механика, могу тебе сказать. Как так-то? Это написано уже страшно. Philips. Написано это Philips. В GVC пихали лыжную механику. Тут, слушай, тут тоже написано Sony, механика от Samsung, блин. Они что, твари, сам, делают? Кусок говна, блин. Там они механики. Ну а Vive что? Там, наверное, вообще сборная солянка, да? Нет, Айва нормальная. Нормальная? Ну, Айва это дека кассетная. Нет, там, по-моему, Деноновская. Ну, неважно. Так. Есть что-нибудь еще ненужное? Это у меня спрашиваешь? Ну, мне чуть-чуть страшно просто. Так, сейчас я попробую поискать. А вот, смотри, вот это давай. Нет, там все переписанное. Там нет уже никакой сказки. Там свои кассеты я переписывал все, какие там мог. Сейчас посмотрю. Бесполезная, ненужная. Да. Настолько бесполезная, что хранишь? Настолько бесполезная, что я обычно как раз ее и тыкаю в эти видаки. Чтобы не страшно было. Так, ну садись за штурвал. Самое главное, что вроде на бесполезном-то проверили, все нормально было поначалу. Так. Не знаю, но нужна не человеческая сила, чтобы так расставить. Знакомый голос девушки. Я думал, вы сказали, что клин без пяти минут мертвец. Гнилого. В Mortal Kombat переводила она. Да, она все переводила, наверное. Тут тупые все дубляжи. Да вот я слышу, что его прям колбасит в какой-то момент. Слышишь этот звук? Да, и он пленка, она не должна так дрыгаться вроде как. Не должна. На Panasonic иногда так дрыгается, но у них там четкая стойка механика, поэтому там не страшно. А вот в таких механиках я боюсь. Так, ну хорошо, в начало давайте. Моя Айва видео двойка, она что, быстро сломалась, и кассета на начале, она немного так баговала, скажем так. Ну, видео двойки надежными не были. Они все там упрощенки уже. А мне в детстве нравилось, какой-то забавный момент происходит, но, кстати, раз отмотал назад, видимой перемоткой, пересмотрел. И вот так что, друзья, настолько часто делал, что при любимой перемотке стоит назад перематывать, она зажевывала кассету, короче. Стопорный канал одного из вот этих вот катушечек, наверное, съехал. Видно хоть нормально. Мотает там вроде норм. Ну, по крайней мере, не заикается. У меня видак, лыжа, там точно такая же вся механика, только тот видак еще разговаривать умеет. Потому что это тоже умеет, а это не умеет. В смысле разговаривать? Голосовое? В прямом, это, да, оповещение? Включаешь, он там тебе рассказывает, как play нажать, что там сделать. Так, ну вот, пустили в самом начале. Вопросов здесь не возникает. Ну вот эти помехи, это так и должно быть на кассете. Ну это видимо так записано. Это может я что-то писал или так было, не знаю, я уже не помню. Размытие, видишь, между цветами, это пленка размагнитилась уже, да? Это скорее записали так. Если хочешь четкую картинку, нужно TBC. Без TBC почти всегда так будет. Ну, это скорее бетакамная штука. Сейчас, может, там какие-нибудь цифры, логотипы будут. Если они их оставили. Ну, это как перематывать вперед.
Да нет. Да вот, Игорь Муркарт, хоум видео, ну-ка. Ну, звук приконченный, но это скорее на кассете. Не, до этого там мы покемонов включали, нормальный же звук был там. Ну там хай-фай был. Не знаю. Еще раз рискнуть покемонов ставить. А вот смотри-ка на пленке там повреждения, может они вызвали эту проблему? Нет. Давай вручную перемотаем ее чуть-чуть. Не-не-не. Прокрутим. Нет. Они ни к чему. Эти повреждения вообще ни к чему не ведут. Это повреждение. Это они происходят, когда ты вытаскиваешь кассету. Обычно. Ага. Промотай на невидимой перемотке. Это еще происходит? Да. Как это? Как это работает? Нет, подожди, вытащить. Не-не-не, она же. Ничего. А, он должен скрутить будет, да? Да, он ее скрутит. Вот что? Почему? Мне кажется, что вот это все. Подожди, вставь сюда отвертку, чтобы разблокировать эти. Ну, вставил. Промотаем вручную, побольше возьми. Да не, а как они могут тебе влиять? По-моему, здесь, блин, если он ЛПСП поддерживает, какая-то здесь есть часть на пленке, которая информацию несет, ЛП это или СП. Я предполагаю, что она была повреждена. Нет, не так. Немножко не так это работает. А как? ЛП и СП прописаны просто скоростью синхроимпульсов, ничем больше. Они находятся сверху ленты. Сверху, то есть с этой стороны? Да. Это все находится сверху. Если верхушка замята, тогда проблема, если... А, нет, сверху находится звук, снизу прописано. Ну, если, в общем, если это замято, то да-да-да, проблема так. Посередине оно не влияет? Не, посередине там другие всякие штуки. Так, сейчас еще раз это. Ну, он вставил как минимум. Так. Отличная интеграция получится. Ленты побольше в этой кассете, конечно. Хер знает. Че, этот момент, наверное, заблочат на ютубе. Придется, наверное, вырезать потом будет музыку. Еще раз. Так. Звук вообще чистый, офигенный. Даже не верится, что с кассеты это, что ПХС так может выдавать. Там еще стерео настоящее. Я не знаю, получится передать стерео, наверное. Да нет, вряд ли. Тут же вот два канала же на фотоаппарате, тоже стерео. Что-то. Да, нет, это не... Я говорю, что никак те штуки не влияли. Где-то что-то механика. Видишь, ты прям... Суки, продали сломанный хлам. Так, нет, кассета живая. Самое главное, что кассета живая. Так, вот еще что-нибудь потыкаем. У меня есть король лев. Это этот, который тоже от Я? Нет. Я чуть не помню, чтобы Я его выпускали. Это не Яшный. Просто. О, слышь? Что-то... Это прям подколбашивает где-то. Это могло быть связано с этими, с болтиками, которые стоит подкрутить? Не. Это где-то вот либо здесь есть проблема. Вон, слышу его иногда колбасит, я прям слышу этот звук. Да, вон, лента дергается с левой части. Ну, как ни странно, играет, по крайней мере, пока. Ну, там ничего не записано, я так понимаю. Ну, почему должно быть? В какой-то момент включится, видимо. Пока черный экран просто.
О, что-то пошло. Там, кстати, тоже хай-фай должен быть. Ну да, я слышу, как включился. Так. Ну, на авто, в принципе, определил правильно все. Если там был бы хай-фай, не хай-фай, был бы звук другой совсем. Ну да. Да, я слушаю, как переключается. Чтобы от Sony Trinitron пульт найти, я думаю, здесь на USB-C должен быть. На телевизор. Хрен знает, честное слово. Ну, короче, слушай, с этим видоком аккуратно все равно надо быть. То есть лафлёровский кассет лучше пока не вставлять в него. Пока не убедимся, что там конкретно не так. Скорее, ну, блин, я не знаю, как чинятся механики лыж. Я их не чинил. Я переставлял пару раз, было дело. Так, я хочу, чтобы ты достал ее. Нет, он ее все равно заворачивает. Ну, конечно, прям много отхватывает от начала, если там что-то в начале записано. Блин, Секамовую кассету я, наверное, отправил. У меня была кассета с Секамом, с чистым. Хотелось просто проверить, как оно работает. В общем, вердикт какой? Фуфло? Вердикт, что сам видак может и неплох, но вот то, что механика уже погажена, это, конечно, прям вот это страшно. Вот с этим может быть что-нибудь связано. Что, с вами он грязный какой-то, нет? Нет, вроде. Ну, где-то резинка вытерлась, может, еще что-нибудь произошло. Где-то натяг плохо держится. Как это работает здесь, я не знаю. Я не разбираюсь в механиках лыжи. Диск давай проверим. Давай диск проверим. Найду себе диск. А, это. Прям здесь лежит. Там что? Не знаю, сейчас заодно проверим защиту. Он шарит, не шарит. Так. Тогда у него DVD как отдельное устройство здесь. Ну да. Кто бы сомневался. В смысле как отдельное? Он же должен же он с DVD на кассету? Возможно, нет, с DVD на кассету может уметь, кассета на DVD скорее всего нет. Оно работает тут вот такое, знаешь, через подвыперт. Были устройства, которые реально не умели... Ну, короче, которые, вот я вижу видак отдельно, видюк отдельно, то есть вон даже раздельные платы, угу. Это вообще, как будто, знаешь, как будто раздельное устройство абсолютно. Твари, нахалтурили. Да господи, почти все так пускали, там были единичные какие-то. Ну, у киномана какой был, он же с этого, у него с кассеты. У него лыжка была продвинутая какая-то, и Сонька вроде. Ну, региональный код куда-то проверяет. То есть, может ему не понравится этот диск. Там залочен, не залочен, я просто не вижу. Тут региональный код никакой не указан, вообще, по идее. Ну, просто у меня есть видюк, который жрет вообще все. То есть, что угодно. Что ему не скормил, он, короче, все съест. Перехаченный какой-то? А этот Нет, такой продавался, просто BBK. Они, им было плевать, они не ставили регион локов. А этот придирчивый сейчас скажет, поле у меня диск с России. А тут нету кнопочки какой-нибудь там. Так, ладно, с этим диском он, видимо, не хочет. Ну, давайте другой какой-нибудь подойдет, я думаю. Если этот не хочет, сейчас найду какой-нибудь. Ну, аудио-CD, я думаю, прочитает в любом случае. Так. Вот эти вроде не залоченные, если не ошибаюсь. Вот второй регион.
с мультирегиональной. Ну, может, вот это прочтет. Какие там? Ну, слушай, немецкий второй регион, я думаю, должен прочесть. Тем более он пал. Ну да, даже вот пытается воспроизвести его. Но диск не поврежден, ничего там нет. Нормально. Может, видюк мертвый? Ну, бесконечно, видишь, крутит, раскручивает. Все разгоняется и тормозит тут же. Да, это лазер. О, что-то сейчас подольше будет, скорость держалась. Ну, аппарат уже помученный, это ежу понятно. Ну, DVD, я думаю, тут смотрели чаще, чем кассета. И его DVD-шник сломался, решили продать под видом, видимо, магнитофона. Да, а часто так делают. Твари. Ладно, окей, допустим. Вытащить ты можешь мне его? Остановись. Давай посмотрим Терминатора. Он точно российский. Точно нашего региона. Точно должен запуститься. Если он не запустится, значит, скорее всего, DVD-шник. Ну или такой полуживой. Можно аудиофиличку какую-нибудь. Смотри. Ну, раскрутил. Остановил. Вот считывает что-то, слышно. Ну, он пытался. Диск эррор написал, да? Да. Мертвый здесь сидит. Ну, DVD-шки здесь не посмотришь. Ох, и мрази, а. Что? Впалили хуйню. Сколько ты вообще взял? За две. Хуеть дорого. Они еще за 2,5 хотели. Сторговался за 2, я думал, блин. Это очень что-то дорого. Новое там у них нормальное будет. Еще и вид такой у него приличный. Блин. Это очень дорого. Так вот, наверное, потому я его и не брал. Давай ты что-нибудь так. Ну, то, что вытащить можно без проблем. Взял говнище за 2000. Интересно ради, аудио CD работать будет. Я уж надеюсь на японских аудио-сиди, нет ради регион Лока. CD все-таки проще прочитать, чем DVD для таких агрегатов. Вообще класс! Да. Он просто такой сразу, нет. То есть до этого он даже не отдавал, тебе просто сказал, нет. Следующие мрази, которые буду покупать, прямо у них же проверку устраиваю. Да знаешь, ну диски ладно, вот то, что кассетник раздолбанный маленько, немножко огорчает. Диски можно на компе послушать, в конце концов. Да не послушаю, чтобы с диска там на кассету или с кассеты на диск, что-то такое вот, запись. Ну, интересно, конечно, с цифрой на кассету переписывать. Зачем тебе цифры на кассету писать? Ну, раз прикольно, что-нибудь современное на ВХС посмотреть. Позже их Зверополис перезаписали на кассету. Да, помню. Сейчас бы можно было лучше сделать. Как? Ну, давайте еще для полного убеждения. Это российский диск. Вроде бы не сильно коцан, нормально. Может, хоть что-то здесь будет работать. Что, сектор газа? Да.
не фанат особо последние годы. Недавно переслушал, понял, что все ценят. А что именно переслушал-то? Да все подряд, что у меня было с ними. Ну, песня, лирика у них там хорошая, как раз тему твоих недавних приключений. Да, лирика это неплохо. Укус вампира больше всех, наверное, нравится. И на этом как-то все. Ну да. Он теперь вообще да, просто, знаешь, такой, говорит, все, я не могу, меня выблевывает, короче, обратно. Так, давай штавить-то еще глянем, какие там еще варианты есть. Давай. Ну, раз уже без таких этих рисков.